фестиваль физической и духовной культуры уже в 18-й раз собирает вместе учащихся воскресных школ Московской области. На этот раз их принимает Щелковский универсальный спорткомплекс Подмосковья. Организаторами мероприятия выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области, межепархиальный отдел координации миссионерской и молодежной работы Московской митрополии Русской православной церкви, а также администрация городского округа Щелково. На соревнования приехали учащиеся воскресных школ из Подольской, Сергиево-Посадской, Одинцовской, Коломенской и Балашихинской епархий во главе с председателями епархиальных отделов по делам молодежи. Юные любители спорта представляют благочиние Московской епархии и крупные приходы. Хочется пожелать ребятам радостного, приятного участия в состязаниях, чтобы получить удовольствие. В духовной жизни также нужно, как и спортсменам, тоже каждому человеку, христианину, стремиться к победе над своими недостатками. Состязания начались с общей для всех участников зажигательной разминки. В программу соревнований вошли 9 командных дисциплин: мини-футбол, городошный спорт, дартс, комбинированная эстафета, перетягивание каната, спортивное метание ножа, вис на перекладине, а также корнхолл и веселые старты. Дети здесь показывают свое мастерство в спорте, в различных спортивных видах спорта. Ну и, соответственно, хорошо проводят время, общаются. Это, в общем-то, сплачивает, ну и духовно развивает нашу молодежь. Для участников состязаний приезд в Щелково, в великолепный спортивный комплекс – это еще и отличный активный отдых. Мне здесь нравится, я люблю очень сильно спорт. Я приехала посоревноваться, естественно, за победой. Я уже кидала дротики, играла в городки, и кидала мешочки, собираюсь висеть на турниках. Я приезжаю сюда уже второй год, мне здесь очень нравится. В состязаниях приняли участие более 200 юных спортсменов. Лучшие из них были награждены кубками, медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.